Сохранить, чтобы не забыть. Сегодня в Якутии стартует проект «Народное движение по комплектованию аудиовизуального наследия муниципальных образований», посвященное столетию Якутской ССР. В рамках проекта каждый муниципалитет должен начать формирование аудиовизуальной летописи живой истории, создать свой уникальный фонд, каталог видео и аудиоматериалов. По словам организаторов, это поможет преодолеть языковые и культурные границы. Принят такой решительный шаг, чтобы действительно постараться приложить все усилия и сохранить память народную, нашу историю, всех улусов, в том числе и всей республики. Я считаю, что на сегодня это наша первостепенная задача. Вот это не только сберечь, но и сохранить и передать вот этим всем поколениям.